«Танцующий город». Под таким названием состоялся масштабный фестиваль-конкурс хореографического искусства. Это мероприятие объединило самых творческих и креативных представителей танцевальных направлений из города-участников проекта «Школа Росатома». Финальные мероприятия пройдут в декабре, а накануне в Новоуральске прошел муниципальный этап фестиваля «Танцующий город», рассказывает Анна Акрамова. Музыкально, весело и задорно было в центре внешкольной работы Новоуральска. Лучшие танцоры представили на суд жюри свои хореографические номера. Участвовали такие коллективы, как «Автограф», «Высокая энергия», «Грани», «А2», «Аленький цветочек» и многие другие. Муниципальный этап конкурса хореографического искусства проекта «Школа Росатома» прошел впервые. Участники – танцоры опытные, за спиной у них не одно выступление на сцене. Но на этот раз все же волнуются, ведь члены жюри отбирают лучший коллектив для участия в общероссийском этапе проекта «Танцующий город». Одна из воспитанниц коллектива «Данс-шоу» в этот день и вовсе на сцене встречала свой день рождения. У меня сегодня день рождения, я выступала на сцене сегодня с коллективом «Данс-шоу». Меня поздравил весь зал, это было очень приятно, всем благодарна. Эмоции вот зашкаливают, да, энергия прям вот так и идет. А что для вас танец? Ну, танец – это выражение, наверное, своих эмоций. Это всегда интересно, и больше всего интересна подготовка. Какая у вас была подготовка? Очень веселая, хорошая, крутая. Выступали на конкурсной программе, очень хорошие впечатления, очень крутые коллективы, просто огромный, высокий уровень. Было очень весело, мы получили очень много хороших эмоций. Это очень хорошее мероприятие. Сейчас в 15 городах, участниках проекта «Школа Росатома», в том числе и в Новоуральске, проходят отборочные этапы фестиваля «Танцующий город». По итогам выберут лучших, которые в декабре примут участие в финальном этапе. В Новоуральск приедут сборные со всей страны из городов участников проекта «Школа Росатома». Очень трудно было работать членом жюри, поскольку коллективы в нашем городе, особенно те, которые представлены массово, это современный танец, они примерно одинаковые. Они танцуют очень ярко, динамично, красиво, интересно, содержательно. И, конечно же, выбрать сегодня коллектив, который будет представлять Новоуральск на финале, очень сложно. Номера были прекрасные, очень яркие, интересные, достойные для выхода в финал. Получился прекрасный праздник. Город на самом деле танцует. Поэтому огромное всем спасибо руководителям, детям и организаторам. Конкурс «Танцующий город» – это идея Новоуральска. Этот проект был представлен в Москве на конференции «Школы Росатома» еще весной. Его поддержало жюри, и в итоге Новоуральск получил право на проведение финала на своей территории. После муниципальных этапов в финале в Новоуральске соберутся в общей сложности 60 детей из разных городов России. Это будет настоящий праздник танца. Городской этап в Новоуральске завершился массовым флешмобом. Почти 100 горожан исполнили хореографическую композицию под официальный гимн конкурса «Танцующий город», который написала молодой педагог Вероника Захарова. Ждем финальных событий. В декабре участники погрузятся в мастер-классы по танцевальному мастерству, сценическому движению, свету, гриму, актерскому мастерству. Поучаствуют в танцевальных лабораториях и зажигательных батлах. Анна Акрамова, Кирилл Пантелеев, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания.